Полицейские Махачкалы задержали троих женщин, которые занимались серийными кражами в общественном транспорте и в магазинах города. Под разными предлогами им удавалось усыпить бдительность потерпевших и украсть ценные вещи из карманов. Их действия попали на камеры видеонаблюдения. В ходе расследования сотрудниками уголовного розыска были установлены личности карманниц. Ими оказались жительницы Махачкалы. На данный момент удалось выяснить о трех фактах преступления. Это кража двух смартфонов общей стоимостью 185 тысяч рублей и наличных денег в размере 8 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В отдел полиции вы за что доставлены? За кражу. Знаю, что сорвала в маршрутке, то ли в Метанике, ну что-то такое было. Но это произошло чисто случайно. Девушка зашла в маршрутку. Я увидела не телефон, в кармане забрала. Находясь в маршрутке, я отвлекала. Тетя воровала. Отвлекала тем, что якобы выхожу из маршрутки. Расскажите, за что вы задержаны? По краже телефона. Один в аптеке украла, а второй в маршрутке.